невозможно молчать. Уралсиб. Выгодные вклады под 25% годовых. Банк Уралсиб. Ничего лишнего. Гость этой московской компании. Под ваши аплодисменты. Альбиночка, давай, пока китайская делегация не приехала, еще раз повторим, давай. Хорошо, Виктор Андреевич, хорошо. Здравствуйте. Нихао. Проходите, садитесь, пожалуйста. Тингуль цяося. Рад вас приветствовать в нашей компании. Си мин ляо ку. Надеюсь, хорошо добрались? Куай пу цяо дань фуау фу. Сильно заметно, да, что я из башки придумываю? Мне не особо, но они, наверное, заметят. Я никогда это не выучу, этот китайский язык. Блин, что же делать-то? Да не переживайте, на переговорах будет переводчик. Ну да, что вы, правда? Да как тут не нервничать? Ты пойми-то, как я... Ты понимаешь, что это серьезная сделка на 70 миллионов долларов. Ты понимаешь, если мы не подпишем с китайцами эту сделку, все, наша компания банкрот. Это уже пятая попытка. Не сделка, а Волочкова в рехабе. Пятый раз срывается, ты понимаешь? Я под этот проект столько денег взял, под такие проценты Набиуллина бы слюнки пустила. Не переживайте вы, все будет хорошо. Ага, давай. Так, кстати, китайцев в аэропорту уже встретили. Да, это в этот раз правильных китайцев. Ага, все хорошо. Хорошо, они да. уже едут сюда, минут через 15, я думаю, будут. Все главы отделов готовы, все подготовили, все проверили, правильно я же понимаю? Все главы всех отделов, да, ждут в приемной. Приглашают? Да, зовите сюда, срочно, скажите, срочно сюда, все. Пожалуйста, проходите, всех сюда. Здравствуйте, Виктор Андреевич. Здравствуйте. Здравствуйте. Так, все готово, да? Все, вы прям по всему прошлись, все у нас хорошо, все да, отлично. Да, все хорошо. Точно всегда. Все в порядке, прям вы все подготовили, все проверили, правильно да, я понимаю? Да, все да? в порядке, все никаких в порядке. Никаких косяков нет, да? Не должно быть. Никаких нет. проволочек, все прям прошлись хорошенько. Да, все в порядке. По юридической части расскажите мне, все ли в порядке? Договор подготовили в трех вариантах. На русском, китайском, на всякий случай, на китайском кантонском, на китайском сянь. На китайском гань, на китайском гуаньхуау, да. он же мандаринский. Вот. Все распечатали, прям все готово, да? Все в порядке, все хорошо. Не переживайте. А по финансовой части что у нас там? По финансовой части. Вы придумали, как будут перечислять деньги нам, как будут перечислять? Продумали вы? Да, значит, смотрите, в Китае наши партнеры переведут деньги нам на фирму-прокладку на Каймановых островах. Значит, оттуда деньги поступят на страховую компанию, зарегистрированную в Панаме. Так. А затем через кредитные структуры в резервный фонд аффилированного банка в Гонконге. Там покупаем биткоины и плюс нам предоставят еще 3% к сумме. Получается, все хорошо, да? Да, все хорошо, все хорошо. Ну, прям чувствую, что что-то мы упустили, какой-то момент. Как будто бы, вот знаешь, чувствую прям что-то вот... По юридической части все готово у нас. Точно все да, готово? Да, да, и по финансовой части тоже все готово, да. Ну, вот какая-то тревога есть, понимаешь? Я чувствую, что что-то не так, какая-то есть... Я прям... Мне напоминает тут как-то... Какой предмет сделки, скажите мне? Какой предмет сделки какой? Значит, смотрите, мы будем поставлять компьютерную программу для системного управления, проектирования, моделирования спутниковых систем связи стандарта 7G. 7G, правильно? Да, мы да. это продаем, собственно, китайцам, да. да, все? Ну, давайте перейдем к самому главному, да? Николай, вы наш главный IT-специалист. Вы разработчик этого гениального IT-продукта, понимаете? Вы должны сегодня китайцам презентовать, понимаете? Презентовать работу. Мы-то не сможем, вы-то гениальны. Что с ним, скажите? Он квадробер. Что, кто? Он копирует поведение животного. Сейчас он кот. Ага. Он не больной? Да нет, я трогал, нос вроде влажный. Так, Николай, послушайте. Я все прекрасно понимаю. Подождите, вы молодой. Вы следите за трендами. Я понимаю, мы всегда идем у вас на поводу, потому что вы гениальны.
Я вас прошу всего лишь на небольшой отрезок времени прийти в себя и рассказать людям, что за программа, как она работает, как функционирует. Мы всегда вам помогали. Вы помните, когда вы в Таиланде, когда вы на Бали, там, или где вы валялись голы на пляже с укулеле, мы вас доставали, коровы вас обнюхивали. Помните, когда вы толкинистом стали, в кольчуге ходили, пока вас молния не шандарахнула. Помните, мы вас спасали? Помните, вы сказали, я пойду за кофе, и мы через час вас на Первом канале видели, как вы Верхний Ларс проходили, кольчугу обменивали на велосипед. Вы как Киркоров, у вас фляга свистит каждый день по-разному, понимаете? Я вас очень сильно прошу на 20 минуточек, буквально на 20 минут прийти в себя и все просто рассказать. Виктор как... Андреевич, китайские партнеры приехали, они уже идут к вам в кабинет. Пусть заходят, Леночка. Заходите. Пожалуйста, соберись. Буквально вот 20 минуточек объяснишь и все. Нихао, так как говорится. Здравствуйте. Здравствуйте. У нас все готово, все отлично, мы все подготовились, как бы все нормально, документы и так далее, все. Единственная проблема, вот IT-специалист наш, как бы, вот. Ага. А дело в том, что у нас тоже есть небольшая проблемка, и тоже наш главный IT-специалист... Тут общий язык. Давайте пойдем в сауну отмечать. Ой, что я говорю? Подписывать документы. Да, пойдем в сауну. Ой, пойдем подпишем документы. Давайте, сколько мы не будем договоряться. Нихао. Нихао. Да. Ушли вроде? Ага. Здорово. Да, Таня, снимай. Ты чё, брат? Не сделал программу? Ну да. Уже полгода прикидываюсь. А ты чё, тоже, да? Да я же вообще не айтишник. Да? Я тебе больше скажу, я даже не китаец. В натуре? Ну а чё, я? Денежку платят. Я всякой фигней занимаюсь, им нравится. Слушай, а может ты своих подговоришь, они 20 миллионов выделят нам на доработку? Но ты не кот, ты крыса. Тормози, тебе тоже процент будет. Ну, давай, мяу проблем, как говорится. Ну и замурчательно. Мы знаем, как вы соскучились, поэтому встречайте «Звездные танцы» на ТНТ. Правильно говорить, «Звездные танцы» на ТНТ. Нет, в «Звездных танцах» главное звезды. В «Звездных танцах» главное танцы. Не будем спорить, в новом шоу будет достаточно и звезд, и танцев. «Звездные танцы» в воскресенье в 21:30. Премьера на ТНТ. Не забудь подписаться, поставить лайк и нажать колокольчик. Не пропускай выход любимого шоу.